День себя отыскать на сиреневой ветке, цветок с такими лепестками, тогда жди счастья. Счастье обязательно придет, и с детства мы все обязательно верим в разные предметы, приметы, которые приближают счастье к нам. Одна из этих примет — способность сирени творить чудеса. Чудесная сирень сопровождала композитора Рахманинова всю его жизнь. Однажды после концерта Рахманинов впервые получил большой букет белой сирени. Ни подписи, ни открытки, ничего, что говорило бы о дарителе или дарительнице. Только эти подбухающие свежие цветы. Но с того времени, вот откуда, где бы ни выступал Рахманинов, в какой бы стране он ни находился, кто-то все время дарил ему сирень. Сирень неизменно украшала его концерты, комнаты в гостиницах, и каждый день рождения домой композитору Рахманинову приносили такой же белоснежный букет. Thank you.